Всем привет! Заказал я из Китая себе вот такие интересные гаджеты. Их цена примерно по 500 рублей каждого. И сейчас расскажу вам про первый гаджет, про вот этот. А про этот мы расскажем в следующем обзоре. Его отложим. Коробочка немножко грязненькая приехала. Это гаджет от Xiaomi, всеми известной конторы. Ничего, конечно, здесь непонятно, как всегда. Китайские мало кто знает. Откроем, покажу вам, что это вообще такое. Батарейки я уже у него вставил. Он работает на батарейках. Выглядит вот так. Это светильник. А чтоб он работал, у него есть детектор движения вот здесь. Детектор движения, и вот сейчас батарейки вставлены, как видно, там есть еще и детектор освещенности. То есть он сейчас не работает даже, потому что есть движение, вставлены батарейки, потому что здесь довольно-таки светло. Вот. У него есть крышка задняя. Она вот здесь открывается, вот замочек. То есть в одну сторону вращаете, колечко открывается, в другую блокируется. А здесь идет наклейка двустороннего скотча. То есть если эту штуку убрать, то у вас... Соответственно, появится возможность его куда-то наклеить. Также в коробке, помимо такой длинной китайской инструкции, идет вот такая штука. Она предназначена для того, чтобы на нее наклеить. И в дальнейшем можно за эту петельку повесить его где-нибудь в шкафу. Для того, чтобы как только вы его будете открывать, то есть будет срабатывать освещение, соответственно, будете видеть, что находится в шкафу. Я хотел его использовать в коридоре, пока не нашел место хорошее для него, так как у меня получается, что в коридоре я иногда тоже захожу, и, ну, помимо того, что не только когда прихожу, а еще днем когда хожу, то есть получается, что и вечером он всегда захватывает из кухни. И неудобно, что он постоянно горит, так как он на батарейках, долго он может не проработать, соответственно, нужно будет какое-то ему место придумать, чтобы он видел только, когда заходишь в дом, а потом уже, когда по дому перемещаешь, чтобы он не видел, то есть за какой-то закуточек его поставить. Пока это, к сожалению, не нашел такое место. Сейчас я вам открою его и покажу. Вот я его открыл. Такая вот крышечка. Поставила батарейки. Батарейки в комплекте не идут. Это у нас переключатель. Регулирует его яркость. То есть насколько он будет светить ярко. Вот сейчас попробую вам его показать, как он светится. Пробуем без света. Вот так он светится. Это режим у него яркий. Это режим у него минимальный. Пока еще светится, пока не потух. Вот такое интересное колечко, очень мягкий свет. Можно использовать как ночник. Можно их наклеить где-нибудь в коридоре по полу несколько штук. Когда будете идти, они будут у вас под ногами, соответственно, загораться. Будет довольно-таки удобно. Стоит гаджет, напомню, около 500 рублей. Там цены разные, есть у кого-то и 600 рублей, у кого-то и 550. Вот, соответственно, можно такие вот заказать, где-нибудь положить в ящики, повесить в шкаф, повесить где-то в коридоре. Надеюсь, был интересный гаджет. Всем пока. Подписывайтесь на канал. Следующий гаджет в следующем обзоре.